Тайны Вселенной раскрыли студентам СОГУ. Встреча со специалистами космических исследований, инноваций, учеными, технологами и разработчиками организована Российским обществом знаний. На лекции, где собрались спикеры из всей России, обсудили вопросы изучения и освоения космоса. В научной библиотеке университета встретились представители научно-производственного объединения имени Лавочкина, Московского музея космонавтики и других организаций. Они приехали к нам, кто из Новосибирска, из Ярославля, из Москвы, и они рассказывают ребятам, они развеивают мифы, которые существуют вообще про космос, про нашу планету, ее спутники. Они рассказывают, как любой человек может поехать, полететь в космос и освоить это направление туризма, про возможности их в карьере в этой отрасли. В общем, все полезное для молодежи. Тут же к нам приходят люди, которые замотивированы не просто донести до нас материал, а сделать так, чтобы он был нам интересен, чтобы мы хотели еще что-то об этом узнать, чтобы мы поменяли свое мнение о науке как о чем-то скучном, как о том, чем занимаются вот люди именно узких специальностей.